Ребята, в прошлом фильме не удалось нам номера пристроить к ролику. Затянулось со светотехникой. Опять смотрели красоту. Давайте сегодня все-таки будем заниматься номерами. В комментариях вы много писали о том, какие номера мне выбрать. Говорили, чтобы буквы КБ обязательно присутствовали в номерах. Прислушаемся, друзья, и сделаем номера с буквами КБ. А цифры будут означать количество моделей, которые мы сделали. Ребята, это у нас 32-я модель. Номера будем делать тракторного типа. 4 цифры и 2 буквы. И регион. Раннее утро. Сижу, читаю комментарии. Будем делать номера. Номера на Кировец будут по количеству моделей, которые я сделал. Сейчас будем считать. Грубо говоря, друзья, номер нашего трактора будет 032. Буквы КБМ. Немножечко перечислим модели, друзья. Да, ребята, первая модель выглядела у меня именно так. Бумажный каркас. Переделанная игрушка здесь, деревянные амортизаторы, деревянные мосты, конические пары тут из мебельных подпятников. Модель ездила и наставила меня на путь моделизма, именно автомоделей. Дальше у нас идет вот такая вот модель, моделька Trial Trophy. Тут уже модель посерьезней, тоже деревянные мосты, бумажная кабина, тут уже шмурдяк полностью все сделан. Все работает. Двухскоростная коробка передач. Правда, с пластиковыми шестернями. Это знаменитая модель Нивы Шевроле. Полностью в металле. Все в металле. Дворники работают, фары работают. Стеклоподъемники работают. Двухскоростная коробка передач. Выключение переднего моста. Лебедка передняя, задняя. Куча шмурдяка. Руль крутится, панели приборов, все работает. Это у нас модель настоящего краулера. А, Нива была сделана в 2012 году. Это модель 2013 года. Тоже год работы. Каркас безопасности. Полностью самодельная модель. Первые исполненные амортизаторы настоящие. Двухскоростная коробка. Выключение заднего моста. Лебедочка, радиатор даже имеется, охлаждение мотора с рубашкой. Это трал для перетаскивания настоящего краулера Нивой. Полностью кабинный, изготовлен полностью из алюминия, сварка пайка, система торможения трала имеется автоматическая. Это у нас знаменитая модель Волги 24, Trial Trophy, пластиковый кузов, полностью копийная модель в 10 масштабе. Все открывается, все что надо, дворники, лебедка, трансмиссия, полный привод, двухскоростная коробка, отключение переднего моста, раздатка. Это у нас Unimog, пожарная машина, полнофункциональная, пуляет водой. Через лафет, управляемый через пульт, на 10 метров. Лебедка, передний лафет, задний лафет, полностью шмурдяк, рукава, турель установленная, насос, пенная система. Все функциональное. Это у нас вторая пожарная машина на базе Unimog'а. 6х6, полный привод, верхний лафет. Имеется передний лафет с системой щит, имеется штанга выдвижная наверх столбом, которая освещает место аварии. Дорожная пожарная машина, тоже очень интересная модель для меня в изготовлении была. Это у нас гусеничный проект с отвалом, системой пожаротушения. Пожарная машина газоводяного
пожаротушения получается. С вертолетным двигателем ВК-1. Турбореактивный двигатель управляется полностью с пульта. На струю горячего воздуха накладывается пена или вода. Газовые пожары тушить, такая вот машина. Она у меня в мастерской, можно поиграться. Пишите в комментариях, если есть такое желание увидеть его в работе. Дальше мы сделали такой вот трал для перевозки машины газоводяного пожаротушения. Тоже интересный проект был. Полностью все стальное, очень крепкое. Вот как выглядит вот этот вот автопоезд. Получается большая пожарная машина 6х6, трал и машина газоводяного пожаротушения. У нас трактор МТЗ-80, подготовленный к зомби-апокалипсису. Отвал полностью работает, навеска, щиты, тракторист закрыт и в безопасности. Имеется 8 ракет, управляемых с пульта, справа и слева. Автоподъемник копейный полностью работает вот с двух рычагов. Это у нас Defender 110. Его мы подготавливали к трофе. Это у нас Джипарь. Тоже вот такого красавчика сделали на готовом шасси. Это у нас ранний проект ТЛК-80, кажется. Не помню даже. Это 200-й крузак, да. Тоже на готовом шасси сделали кузов полностью рабочий с лебедкой. Это у нас тундра делалась. Тоже интересный был проект. Рама и кузов полностью вручную я делал. Это у нас джип 6х6 Wrangler. Кузовщина готовая почти была. Я его сращивал и делал полностью шасси и навеску. Бампера и так далее. Тоже шикарнейший проект был. Это у нас туристический автомобиль Unimog, автодом. Очень интересный проект. Пишите в комментариях, если интересно, буду выкладывать о них фильмы. Это у нас Toyota Cruzak 40-й пикап. Васян там разбирается с инструментом. Это мы делали военного робота для наших дебилов. Где они там сидят, блин, в Сколково? Да. Печальный проект. Универсальный саперный робот. Вот завал разбираем на предмет СВУ. Тоже интересный очень проект был. Это у нас Land Rover Discovery 3. Мишане очень он понравился. Очень огромный и функциональный. Раму делали и функциональный кузов. Это у нас проект Hilux. Тоже делали шасси, кузов. Ну, кузов был покупной, переделывали. Вот Defender и Волга. Это у нас проект экскаватора, вы все его знаете. Скоро продолжим ему делать трансмиссию. Это у нас Ford F350. Очень огромный и мощный проект. Мы его делали супер копийным. Тоже делал шасси, привода и так далее. Колеса тут изумительными получились, особенно передние. Шикарные колеса. Да и проект в целом вообще очень приличный получился. Погрузчик, вы его все знаете, посмотрите фильмы в плейлисте. Это у нас боевая машина МТЗ-82 прототип, заниженный и расширенный. Это моя спортивная машина, я на его катаю. Это у нас МТЗ-82, довольно популярная модель тоже. Посмотрите фильмы о его создании в плейлистах. Это у нас обрезанная Нива, проект сделан для Мишани, он его катает постоянно. Это у нас дрифтушка, я его как-то делал, тоже полностью из алюминия. Ну, это... Вы сами догадались, что это такое.
Вот, собственно, все 32 модели, но это, конечно же, не все, еще куча было мелочевки, поэтому, скажем так, номер нашего кировца будет 032, пусть будет. Ребята, напишите обязательно в комментариях, хотите ли вы ли видеть обзоры на старые модели, сделанные нашими руками. Можно сделать отдельную рубрику, предложите в комментариях название новой рубрики про старые модели. Может, так и назовем старые модели. Вот такого вот квадратного вида номер мы сделаем. Все-таки 0032 у нас будет. Или 3200. Или 0320. Интересный вопрос. 0032 или 0320? По-моему, 0032 гораздо лучше выглядит. Номера тракторного типа. Это квадрат. Здесь у него регион. Мариэл это у нас 12. Номер модели у нас 0032. Здесь пишем две буквы КБ. Вот такие номера. Сейчас будем делать на наш проект трактора. Инструмент, друзья. Нужен кругляшок с полированной головкой. Диаметром где-то миллиметр. Кажется, я такую нашел. Вот она. Сделана из зубной фрезы бормашинки. Устанавливаем его на ручку. И пробуем черкать. Номера будем делать копинами из алюминия. Будем все загибать, штамповать. Но штамповать, наверное, не будем. Будем, скорее всего, чеканить. Нам нужно подобрать очень тонкий алюминиевый лист. Вот этот вроде подходит. Есть вот такой вот вариант. Поищем еще. Вот такой вот тоньше вариант есть. По-моему, его если отжечь, будет очень даже красиво. Так, вот еще вариант есть. Вот это вот жесткая. Это вторая по жесткости. Это чуть мягче. Ну и самая мягкая. Сейчас попробуем на всех сделать чеканную полосу и выберем материал для наших номеров. Инструмент мы, конечно, подобрали, но остается еще один вопрос. На чем черкать? Подкладка должна быть довольно мягкой, чтобы под весом алюминия, под тяжестью инструмента, все прогибалось, и материал, который внизу, поддавался немножко. Ребята, вы не поверите. На столе же лежит линолеум. По-моему, самое оно. Давай пробовать. Так, здесь у нас получается как-то так. Он слишком мягкий, кажется. Так, пробуем второй лист алюминия. Что-то такое чувство, как будто маслом его надо смазать. Смажем его маслом. Блин, как я делал номера раньше, а я вообще не помню. Этот вообще не печатается. Если попробовать отжечь. Ну, а ребята, он расплавился. Ну, скажем так, отжег. Ух ты, какой мягкий стал. Не понимаю, надо изучить вопрос.
нашли картинку по ГОСТу тракторов. Длина получается 288, высота 206. Выбираем самый мягкий алюминий. Нарисуем эту картинку в зеркальном виде. Вернее, не эту. Вот эту картинку будем рисовать. Хорошая рамка получилась. Рисуем весь номер теперь.
Осталось, друзья, его покрасить в белый и в черный. Получились хорошими. Надо теперь их покрасить, друзья. Закрепим на пластилин палочку. Грунтовочка по алюминию. Белый цвет, а потом кисточкой черным. Друзья, мне очень важно знать и чувствовать, что вам нравятся мои ролики. То, чем мы тут занимаемся, на этом все держится. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Пока номера красятся и сохнут, делаем сюда огнетушитель. Такой вот крепежик, и вот сам огнетушитель. Пластик с металлом. Вот так вот будет здесь стоять. Это трактор полностью закончен. Все работает, все светится, все наклеено, все приколочено, все прикручено. Все смазано. Будем прощаться, друзья. В следующей серии сделаем для него ящичек
и немного покатаем напоследок. На этом у меня все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Коврики на кировец можно сделать из чего угодно. Из линолеума, из изолона, из резины. Можно использовать от какой-нибудь машинки. А мы его сделаем кожаными. Натуральная кожа, друзья. Черная. Ну, что попалось под рукой, как говорится.